Здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимадзе, и сегодня мы будем играть в «Как достать соседа», да. Консольная версия, а именно геймкубовская. Мы с вами ее уже проходили, причем два раза, но сегодня я постараюсь сделать самое удачное прохождение. Самое удачное прохождение этой игры. А, стоп, надо пересоздать профиль, походу. Окей. Короче, мы ее уже два раза с вами проходили, и сегодня я снова начинаю ее проходить. Я, конечно, удивлен, но эта игра больше всего просмотров набирает у меня. Не больше всего, но хоть более-менее набирает просмотры, сосед и... Уж ничего, наверное. Этой игре много лет, а ее до сих пор, блин, смотрят. Ну, в общем. Поехали, начинаем проходить. Сегодня будет самое удачное прохождение, без лагов, без всяких, потому что я самый лучший эмулятор установил. Самую лучшую версию эмулятора. И лагать ничего, надеюсь, не будет. Стандартный режим. Да как так-то? Delayed. Блин, тут с профилями запутаешься. Как сейчас? Ладно, создали профиль. Короче, с этим немного попариться стоит, тут как-то странно работает. Ладно, чё мы базарим-то тут сидим? Давайте уже начинали, господи. Первый уровень. Пеппинг называется. Добро пожаловать в соседей из ада. Вуди хочет наконец-то отомстить своему соседу, мистеру Ротвейлеру, который его уже задолбал. Хочет ему преподать хороший урок. Пеппинг. Вступительный ролик здесь есть, в отличие от компьютерной версии.
Некультурные, а? Ну, какой-то Сименс старенький похож. Телефон. Не он. Так, начинается первый уровень. Вышла эта версия в 2005 году для Xbox оригинального и GameCube. Также она доступна по обратной совместимости на Xbox 360. Как по мне, эта версия самая лучшая. Я буду играть на клавиатуре. Я сначала подумал, может, на геймпаде поиграть. На геймпаде это сложно очень будет. Лучше здесь, на клавиатуре, будет проще. Как устанавливать эту консольную версию, я вам уже рассказывал. Блин, знаете-ка что? Выключить туториал, не надо. Туториал. В общем, как устанавливать эту версию, я вам уже рассказывал. Можете на моем канале найти такой ролик и посмотреть. И какую лучшую версию скачать для эмулятора. Так, начнем с пакостить. Склеиваем эти наушники. Тут вообще консольная версия в некоторых местах получила реалистичность, а в некоторых местах она наоборот исчезла. Например, в первом сезоне дверь на третий этаж закрыта на замок, а тут ее вообще нету. Немного странно. Нет, камера, наверное, три жизни загораживает. Больше не будешь телевизор смотреть. Телевизор уже никто практически не смотрит, потому что там одну чушь показывать стали и рекламу. Там каналы многие скатились. Самый скатившийся канал, это, наверное, ТНТ, блин. Один Дом 2 остался. Самое дебильное, как по мне, телешоу. Красиво пукнул. И Comedy Club, который до уровня Плинтуса скатился. Все нормальные передачи исчезли. Да и каналы с мультиками тоже, Nickelodeon, Disney, там карусель, там... Ох, блин, это вообще больно же. Там ничего интересного уже не показывают. Классики нет, смотреть нечего. Отлично, на Perfect прошли, я постараюсь проходить все на Perfect вообще. Постараюсь. Изо всех сил постараюсь. Ну и сохраним, естественно, сохраним. Birthday. Твиллер празднует всегда день рождения в одиночку.
Но Вуди ему решит по-соседски помочь нанести визит ему, блин. К сожалению, в игре русского языка нет, да и вообще, кроме английского, никакого языка больше нет. Только английский. Social Media Life Production, кстати, сейчас работает над Tables from Hell Remastered, которые пытаются сделать похожий на вот эту вот консольную версию. Но я думаю, что консольная версия все равно будет лучше, чем этот ремастер. Так, пока сосед там бегает, мы проникнем на второй этаж через эту дверь, потому что та дверь закрыта, мы никак нее не пройдем. Так, здесь больше брать нечего, ну ладно. Здесь даже эффекты темноты есть. Вот подходим к окну, мы становимся светлее, персонаж. Подходим к тени, темнее становится, в общем, круто. В ремастере это тоже удосужились сделать. Например, Вуди возвращается, это не смогли, не удосужились сделать. В чем еще преимущество этой версии? Три жизни на всех уровнях. Но если хочешь, можешь выбрать там, например, классический режим, тебе будет только одна жизнь. Если раз игра вам показалась легкой и так далее. Только ограничения по времени только нет, и поставить его нельзя. Это, наверное, единственный недостаток игры. Так, а где Z? Как? А, вот, нет. Немного неправильно я кнопочки настроил. Так, я заменю. Так, не будем слушать, как он там хнычет. А я мышку-то засуну? Ну, вроде бы засуну. Потому что ее нет в инвентаре. Пакости не повторяются практически на уровне. Да, но там на двух уровнях была одна и та же пакость, например, где соседы током в подвале бьет. Но это, в принципе, не страшно. В основном пакости тут не повторяют. Есть новые пакости. И вообще все круто. Тоже прошли на перфект. Мы крутые, блин. Был такой канал, Pillplay на ютубе назывался. Вот владелец его сделал кучу разных видео на когда соседы там все такое. Этот канал заблокировали, потому что он там неприличные игры проходил. Потом он создал второй канал, тоже там проходил такие игры. Опять заблокировали этот канал. И сейчас он... У него уже третий канал. Называется Пиденок. Пиденок. Вот так он как-то называется. Немного неприлично звучит. Но... Он там... Проходил тоже разные игры. Но решил... Забросить прохождение. Иногда снимает соседы разные моды. Но редко. Там снимал моды и разные...
для когда с соседа компьютерной версии, там же есть моды всякие. Большинство из них, конечно, говно. Так, вот аптечка пропадает, то появляется, тоже отнимает реалистичность. Так, засоряем унитаз. Блин, ладно, подождем внизу тогда. Если ничего пакости не делать, он вниз не будет ходить. Давай, сосед, быстрее, у меня очень мало времени. Так, меняем вот на это, на пену для бритья, и фольгу в микроволновку суем. Разумеется, она от этого сломается. Потому что нельзя микроволновку такие вещи класть, которые электричество проводят. Прячься в шкаф. Ну да, микроволновка сгорела, походу. Но сосед у нас мастер, все может починить, блин. Вот только слепой не может отличить пену для бритья от взбитых сливок. В общем, чтобы на перфи проходить, надо вот этот вот счетчик злости, который в левом верхнем углу находится, забивать. Надо одну за другой по очереди прям пакости делать. Цепочку из пакости прям сделать, чтобы сосед не выполнял между ними действие, которое не подпорчено было. Фу, говно. Говно. И вновь мы прошли на перфект. И давайте еще парочку уровней и достаточно. Как первый сезон получится. Первый сезон дома, потом второй сезон там на отдыхе. Потом опять дома, потом на отдыхе. Здесь перемешаны уровни друг с другом. Пиано. Ротвиллер у нас обожает футбол, но не любит, когда дети кидают ему мяч в окно, когда он еще играет на пианино. Понятно, понятно, давайте начинать. Там сверху эмулятор пишется, что игра сохранена и все такое. Собака представляет соседей из ада. Из ада. Серия пиано. Был еще такой канал, Аркадий 21 назывался. Сейчас он называется Apple's TV, на нем этого прохождения нет уже, консольной версии. Так вот, у него на канале было прохождение игры, когда соседа вот этой консольной версии, и он там довольно нехило, так прилично просмотров набрал. Но набрал он их нечестным способом. Он-то не проходил эту консольную версию, говорил, на более мощном компьютере там проходил. А на самом-то деле он просто чужую же запись прохождения вставлял, в которой голоса не было. Без голоса. Я до этого прохождения видел то прохождение, откуда он как раз таки вставил. Блин, а чё подходит? Ага. Успели взять этот сыр.
он удалил уже давно это прохождение, вообще стер все видео с канала, будто ничего не было. Так, давайте нарисуем тут нотки. Я прохожу по-честному, вот. Я вам показывал, как устанавливать версию и сделать так, чтобы не лагало. И вот. Опа. Могу ходить. Я все делаю честно, ребята. Мыльцо сюда кладем. Так, здесь телефон соседа написан, мы попозже с этим разберемся. Сейчас готовимся положить мячик. Для боулинга. Давай быстрее! Быстрее! Еще какие-то непонятные надписи подписываются. При каком-то ударе или падении, что-то такое. А чё не показали, как мячик улетел туда? Есть какие-то свои, конечно, небольшие недочеты. Но это, в принципе, все терпимо. Мячик через то окно должен вылететь. Вот он. Видимо, для этого-то окно и было открыто. Набрали соседу. Сейчас телефон зазвонит у него. Так, ну еще один уровень недостаточно на сегодня. 22 минуты уже прошло. Так, не будем эту музыку слушать. Мы на перфе прошли, что там интересно. То, что мы набрали сколько-то там очков, это ни на что не влияет. Хотя, может быть, влияет на открытие бонусных уровней, не знаю. Господи, как меня сосед задолбал, а? Вы это слышите? Не знаю, слышали вы или нет, но сосед задолбал. Бас. Чистота, залог здоровья. Сосед наяривается в душ. Смотрит фотоальбом, жрет конфеты, делает пудинг и так далее. Мы ему поможем. По-соседски. В общем-то... Еще одной интересной вещью в этой игре, вот забыл сказать, что вместо кирпичных стен здесь вон улицу он видно. И даже ночные уровни есть. Ночные уровни. Это вообще круто. Ночные уровни, это круто. Просто вообще вот супер. Так, опять вот эта мини-игра, где надо три одинаковые картинки найти. Может, Ольга? Нет, может быть, Вуди? Сосед. Ротвиллер. Так. Ходим на цыпочках. Я делал, кстати, видео, как ходить на цыпочках нормально. Так, одну секунду. Так, немного не очень оптимальное управление было настроено у меня почему-то.
сразу-то после установки этот эмулятор не очень оптимально настроен. Это, конечно, расстраивает, но фиг с ним. Настроим мы эмулятор. На YouTube есть видео, как правильно настроить такой эмулятор. Так, волосин сюда. И ваксу черную. Вот сюда. Теперь хорошенько сосед искупается и все такое. Так, теперь склеим альбом. К сожалению, даже на этой нелагующей версии эмулятора последний уровень игры все равно глючит. Зависнуть может в большинстве случаев. Все, приятного купания, сосед. Посмотрим, как это выйдет сейчас. Мутаген какой-то, что ли, подсыпали туда. Еще хуже только стало. Так, ладно, все, идем отсюда. Нальем говна вот в эту гню. Я взять забыл ее. Я забыл ее взять. Какой позор. Какое позорище. Я не смогу взять ее. А, может и смогу, кстати. Попробуй. Сейчас попробуй. Сейчас вот он конфетку сожрет, и я попробую ее взять. Идем. А он не берет ее. Ну, опозорился я, конечно, совсем сейчас. Тоже мне на перфект прошел. И порошок этот не добыл, и сам еще и жизнь при этом потерял. Ладно, мне еще придется теперь ждать, пока он опять вернется к этому пудингу. Ну, дурацкое управление. Я пошел его перенастраивать раньше, чем взял вот эту порошок. Ладно, я за кадром пройду это на перфект, окей? Я обязательно должен все на перфект пройти. Я это все за кадром пройду. Опозорился я сейчас совсем. Вот кто знал, что когда сосед здесь, он не будет брать эту фигню. Он не будет предметы подбирать. Давай, да, давай, иди теперь, иди. Дед Мороз. Получился. Ладно, в этот раз не очень удачно получилось. Я хотел все пройти на перфект. Ну ладно, я за кадром сделаю это. Потому что тут я опозорился, еще это дурацкое управление помешало, которое не очень оптимально настроено. Ладно, на этом мы закончим эту серию. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписозы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал и группу ВКонтакте. Всем пока.